Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе предлагают внести поправки в Трудовой кодекс России и по желанию работника выдавать ему зарплату еженедельно. Авторы законопроекта объясняют актуальность своего предложения тем, что в России до сих пор не изжиты последствия глобального кризиса многомесячных задержек зарплат в 90-е годы, который напомнил о себе в 2009-м. Так, на 1 октября 2011 года в России суммарная задолженность организаций, за исключением субъектов малого предпринимательства по заработной плате, составила более 2 миллиардов рублей. За период с 1 сентября по 1 октября 2011 года задолженность выросла в 41 регионе страны. Несмотря на то, что в Трудовом кодексе России уже есть статья, устанавливающая ответственность работодателя за нарушение сроков выплат заработной платы и других причитающихся работнику сумм, а также введено право работника в случае 15-дневной задержки приостановить трудовую деятельность до полного погашения задолженности, эта проблема до сих пор не решена. В связи с этим депутаты фракции ЛДПР предлагают выплачивать заработную плату не реже одного раза в неделю. Для отдельных категорий работников могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы согласно действующим положениям Трудового кодекса. Следует указать, что за рубежом устанавливаются различные сроки выплат, учитывающие сложившиеся социально-экономические условия, обычаи и традиции государств и даже отдельных территорий и регионов, отмечают авторы законодательной инициативы.